На европейском первенстве 97 года был третьим. В 99-м на последнем европейском первенстве в Софии занял второе место. Живет в Тбилиси. Его соперник Бит Моцарт из Швейцарии, по профессии, по специальности, кстати, автослесарь. С 9 лет начал заниматься борьбой, и вот с тех пор он имеет очень много медалей, очень много наград, побед, вот и на ваших экранах. Но, пожалуй, лучшее его достижение – это все-таки серебро чемпионата Европы 2000 года. Чемпионат проходил в Москве. Чачо в красном трико, его соперник Моцарт в синем. Спешат форсировать события. Осторожно начали этот поединок. Больше толкаются, я бы сказал, нежели борются. Опасаются захватов. Вот какой прием. К сожалению, даже операторы не смогли его поймать. Но на повторе мы увидим. 3 балла получает спортсмен из Грузии. И вот атака-то продолжается. Посмотрите, он смог удержать захват. Несколько, может быть, неудобный. Да, ушел от него Бит Моцарт, и за это получил 2 балла. 3-2 счет. И теперь Моцарт, в свою очередь, атакует. Интересно складывается поединок. Посмотрите, ну что, будет? Судья ведет отсчет. Удержание 2 балла, еще 1 балл. А так это продолжается. Вот как быстро меняются события, посмотрите. Кладет вроде на лопатки. Неудачный был план. Да, все. Все, положил на лопатки. Тоже чистая победа. Молодец. Как и Чачо. Вот так очень быстро, всего за минуту 57. Он доказал, что намного сильнее своего соперника. Чистая.